Без внимания не остались ни один бордюрный камень, ни одна сухая веточка. Мэр Самары и главы районов детально обсуждают благоустройство улиц, входящих в гостевой маршрут. Город готовит к наплыву туристов во время чемпионата мира по футболу 2018. В прошлом году во всех районах провели ревизию, в каком состоянии находятся дороги, тротуары, газоны, фасады и зеленые насаждения. Все недочеты были внесены в дефектные ведомости. У каждого района она своя. Тогда же началась работа по исправлению недостатков. 18 объектов стационарных потребительского рынка сегодня вместе с собственниками мы готовы ликвидировать и перенести эту торговлю в стационарные объекты, которые уже есть на территории Октябрьского района. Вы знаете, вот к тем почти 500 объектам, которые исчезли с улиц Октябрьского района, если мы добавим еще эти, вы знаете, это будет большой тоже вклад в общее дело. Главы районов активно ведут работы по поиску дополнительных денег на благоустройство города. На территории Октябрьского района более 25 крупных предприятий, и многие из них готовы вкладывать в порядок чистоту и красоту улиц. Ленинский район центральный в Самаре, и именно по его территории проходят основные гостевые маршруты. Кроме того, здесь пройдет фестиваль болельщиков. Районные власти готовятся со всей ответственностью. Каждый день, каждый год можно обновлять фасады. Их нам на туристических маршрутах в Ленинском районе 420. Но при этом, при всем комплексный ремонт зданий, комплексный ремонт фасадов зданий мы провели за внебюджетные источники 33 здания. Это для нас это победа, определенная победа. Работу районных властей мэр Олег Фурсов оценивает по достоинству, но отмечает, почивать на лаврах еще рано. Основная работа впереди. Мы понимаем, что бюджет в этом году очень непростой, поэтому ищем дополнительные источники формирования, финансирование вот этих работ, в том числе привлечение внебюджетных и коммерческих кредитов. Вышли на финишную прямую. Я думаю, что в мае, в июне жители города уже ощутят те преобразования, которые делаются на туристических маршрутах. За последние два года отреставрировали десятки фасадов памятников культурного наследия и многоквартирных домов. Отремонтировали и построили сотни километров дорог и общественных зон. По итогам сегодняшнего совещания городские власти составили уточненный список задач на ближайшее время. После согласования с областным правительством план начнут приводить в действие. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.